Трезвый ученик и пьяный инструктор. Учебную машину накануне остановили на выезде из Тирасполя. За рулем был ученик, а от инструктора разил алкоголем. Медосвидетельствование показало, инструктор был пьян. По правилам дорожного движения инструктор по вождению приравнивается к водителю. Ему грозит лишение прав. О других происшествиях минувших выходных далее. На фабрике «Флари» в субботу случился пожар. Загорелась комната охранника, цеха и рабочие помещения были сильно задымлены. Прибывшие пожарные за считанные минуты локализовали возгорание. Сгорел стол, компьютер, обогреватель. Никто не пострадал. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Пьяный водитель дачи слетел с трассы и въехал в клумбу. ДТП произошло в пятницу вечером на пересечении улиц Дружбы и 40-летнем СССР. По признанию водителя, он выпил и поехал к себе домой в Молдову. Теперь ему грозит лишение водительских прав до 2 лет и крупный штраф.